мне. Мне звуки. Ну какой-нибудь звук там. Дистопии. А, сейчас. Сейчас мы Twitch проверим как раз. Ты, ты, блин, а я не забыл поменять название, блин, стримов этих. Да, да какая разница, он сохранится, потом все равно название будет, какое было старое. Чупи Дейл. Дейл Дейл. Пока Стэнс не в сети. А ты ключ вел? Да в сети, а он уже идет. Говорит. Так, New Mafia. Так, и не ретро, блин. Приключенческие игры. Вторая попытка запустить. Приключенческие игры. Да. Да. Звук дай мне какой-нибудь. Где? Сейчас, подожди, подожди. Не торопись. Я еще даже игру не запустил. Сейчас запущу, и какой-то звук будет тебе как раз. Пойдем, вот так не делается. Йо, Эпик, здорово. Это что, опять на эльфом, эльфийском. Нихера себе Эпик книгу захерачил. Его, Егор, голова... его Егор зовут, потому что, видишь, Егорка. Так, что там? Что-то я хотел сделать, блин. А, запустить. Давай, мафию запустим. Все, я вот так вот сделал. Давай, мафия. Что, прям так запускать? Ты просто? Прям берешь и... Отсюда? Ну да. Или с этого? Ну отсюда. Это десятка, тебе не надо. Ну-ка, она будет захватываться-то, блин. Так не будет, наверное. Ну сейчас она еще даже не запустилась. Настройки. Вот этот не будет за... зацепляться, не будет. Вот это Steam надо убрать, чтобы не выходили вот эти оверлеи, да, тоже? Настройки, сейчас зайду я. Что-то музыка тебе поменяет. Не будет выходить они. Будут выходить. Надо выйти с игры? Да блин, подожди. Ты мой, мои настройки открываешь. Ну? Ну, а мне-то они нужны. Да потом поменяешь. А блин. Я что, помню, что где их нет? Блин, ты замолчи, я сейчас, блин, играть будем, чтобы вот этот оверлей выходил, что ли. Нафиг он не будет. Я сейчас на эту игру именно настройку поставлю, блин. Ты как будто первый раз в Steam, блин. Я и то знаю, блин, уже 100 лет не заходил в него. Тут есть же этот... Да, где? Какая-то кнопка, вот. Включить оверлей Steam в игре именно. Игровой кинотеатр, он, видишь? Литл, здорово. Так. Good luck, да, чтобы сейчас мафия может не запуститься опять. Сейчас не запускали еще. Так. А, и здесь играть. Я просто отвык, блин. Микрофон. Как слышно, блин, кстати, со звуком? Ну-ка. Наверное, игру погромче, наверное, надо. А может и нет. Фигня. Так, ну, игру еще никто не слышал. Даже. Вот. Ты, у тебя нет, да? Я ничего не слышу. Не слышишь? Тогда... Тогда давай меня туда закину его. Ползи. Нет, ничего нет. Не, сейчас нету. Что-то пропал, блин, он это. Ход. Вот тут, блин, Realtek вышел какой-то еще. Гигабайт твой. Кончилась песня. Ну-ка, сейчас еще раз. Есть? Звук сейчас есть? Нет. А сейчас? Нет. Спасибо за гудлак. Что за гудлаки там? А! Я ничего не слышу. Сейчас. Вот сейчас. Слышишь? Нет. Блин, ты сраную винду поставила. А, блин. Сейчас. Надо разъединить их. Ну-ка. О, данное устройство должно видеться как... Во, передние, тыловые, центральные, боковые наушники. Вот сейчас? Да. Слышно? Да, но только больше в левом, чем в правом. Но в правом, блин, как? Ну, в правом тоже слышно? Нет, в правом не слышно. Ну, ёлки. А помнишь, там было где-то такое, я левое слышу? А сейчас? Нет. А? Я только левым слышу. Ай, сейчас.
Сейчас надо найти эту дырку. Вот мы ищем дырку, все хорошо. Правильный дырчик. Так, здесь, наверное, не будет нифига. Тут два варианта. Yes? А, она кончилась опять песня. Йо, Дестрой, здорово, спасибо. Слайм, привет, Нормариум. Вот, сейчас слышно? Нет. Подпойди. Блин, все дырки, по-моему, попробую. Давай эту опять. Что-то она вот здесь выходила, не выходила. Эта дырка, наверное, не работает передняя, походу, уже. Сейчас работает? Он сейчас здесь даже, да, не листак, ничего не дает. Ну-ка. О! Ну это микрофон, да. Через микрофон будет он. Ну-ка. Есть? Да. А всех? Да. Сейчас. Вообще четко. О, наконец-то. Так, все, мы на пас. Мы починили. Давай, настройки. Врубай настройки. Где? Я просить. Подожди, вот это сейчас просила. Окно выскочу, вытащу. Попробую. Вот это есть? Во! Огонь! Это есть? О, Берри, приветики! Во! Чё там? Берри. Берри, привет! Смотри, что-то слишком это у ну нас... Ну давай это себя сделаем. Прозрачность. Поярче. Прозрачность много. Так. В таком окне и будем играть, да. Да ты понимаешь, что... А зачем ты это делаешь на весь экран, если это еще не вся игра? Ну, сейчас вот она, блин, почти. Это не то, все равно. Ну, потом, блин, уберется. А смысл сейчас-то надо общее. Она вон будет, блин. Потом другое она уберется. Окно откроется. Вот, игры будет захват. Должен, ну, посмотреть надо будет. Сейчас, подожди. Только баночку вот. Пивка взял. У нас эйфория, нет, блин, у меня сейчас. Я, блин, пивом пойду сейчас, наверное. Пока я буду ездить там, да, ты за пивом. Блин, а я смотреть хочу, блин. Давай, непрозрачность повыше здесь. Вот так вот. Много? Да, все, так. 90? Ну пойдет, много нас не надо, видно, чтобы было больше игры, блин. Настройки? Ну-ка, о, блин, вот. О. Вот когда я включал на семерке, у меня вылетало сразу, когда настройку включал. Игра вылетала, блин. Что надо сделать, чтобы запустилось? Я 10-ю Windows поставил на этот компьютер. Винда вот 10-й. Она и запустилась. Она даже у Lioness пошла, у Lioness, короче, процак какой-то, Xeon, короче, Intel, ну, говно, короче. Ты что, офигел? Она все равно запустилась, короче, не лагала, ничего. Но я пока не спойлерил себе, не смотрел, ничего даже не субтитры, видел. Субтитры включи. Так, что там? Субтитры вкул. Все, назад. Да все нормально, все нормально. А? Говно, поставь. Что? Путь истинный, да сейчас сделаем. Старый. Вот это он говорит про это, да? Ты мне сейчас процессор новый поставишь, да? Ну, старый, ну я имею в виду, идет она, новая игра идет на старом. Вон... Типа про другое говорю. Можно говоря. Даже этот поменять. Вот он, старый моя видюха, видишь какая? Ксион гнать надо. Да нормальный Ксион, чё? У меня мафия не лагает. Отстаньте от меня, Ксион. Все что ли? Нет настроек будет? Ну все, а остальные в игре. Размытие, блин. А, все. Ну-ка. Сейчас будет показывать? Сейчас посмотрим. Сейчас, блин, не закроет нам левое окошко. Ксион мощно. Очки, где мои? Где твои очки? Там куда-то впихнул. Вот они, блин. Перед носом твоим. Перед твоим. Тоже поставить не сможет, там сокет древний, там смать. Потом что-то там, не да, включается он. Да вон грузится, дай ему что-то время. Что-то долго, блин. Там, да, там мамку менять надо. Там мне нужен, и, а чтобы мамку менять новую, мне нужен, но, мне, короче, новый комп. Ой, блин! Подожди, надо как-то расположиться, блин. Сейчас вот сюда микрофон говорит. Поэтому, вот сюда говорить? Да. В микрофон, да? Вот прям вот сюда, да? Да не выделывайся, давай, не говори. Ну смотри, он кривый. Не поворачивай, он видишь, он видишь какой? Сейчас я сейчас. О, видишь? Ой. Не в эту же тебе говорить себе надо, а вот в эту. Офигеть. Куда папку денем без мамки? Все, да. Ух ты ж. Че, сильно что ли звук? Не, выпрями. Не, нормально. Я могу себе сама звук поправить, я просто испугалась. О, подожди, ты... что-то не то, да? Да ты можешь вот эту выпрямить сразу. Не на середине она находится. Она не на весь экран находится. А. Все, запускай, погнали. Все, вот так. Все, погнали, давай. Блин, вообще, да, нормально. Все? Да, вообще четко. Да, все, запускай игру и погнали. Все. Ребят, спешитесь там по звуку. Надо было тебе чат включить поверх. Да, блин. А вон ты. Блин, сейчас верну еще раз последний раз.
А, она все равно захватывается. Во, во, во. Вот она. Что-то мышка лагает, как будто. Нормально. Фон и то, блин, хибиновая. Не, это не лагает. Кажется, или тут графон такой себе что-то. Ну ты сейчас поменяем его. Да, поле зрения. Оставь на классику. Господи, что ты меняешься? Граница экрана. Ничего не меняю, я просто нажал, ну не нажал, я просто вот так граница делаю. Граница экрана нажми. Да. Все, граница экрана нажми. Нет, граница экрана. Здесь может быть высокий сначала поставим, высокий, а потом. Да и зачем высокий на свете? А потом посмотрим, лагать, если не будет, оставим так. Он смотрит сразу. Ребят, бланк этот, блайн нам проходит. Привет, Вадим. Фастран, конечно. Картинка улетела. Быстро пройдем. Нормально. А, картинка Ладно. Улетела. А, не, у нас картинка улетела с того, что мы разрешение поменяли. Надо выпрыгнуть. А, понял. Спусти и... Да-да-да, я вижу. Сорян. Сейчас сделаем красиво. Оп. Оп. Все. Какой ксиончик? Это обычный ксион у меня стоит. Тут не знаю, что тут. Смотри. По своей морде поводи. А границы экрана нажми. Чего? Граница экрана. А я? Граница экрана. Все нормально, все. Enter. Подожди, нормально. Нормально они. Да, помню. Да. Там прям косись. Это темнее сделано. У меня не такой. Вот так, да. А, в чипах? X-Ray победил в чипах? Так, чат-то да? Верни, ты опять чат не открыл. Блин, звук интересный, соотношение нормально. Ребят, что по звуку? Скажите, да. Пожалуйста. Наверное, слишком громко, да? Да. Дэми не помню какой. Дэми 4, я 7. Привет, апдейт. Новый, да. Новый ПБ в Бэтмене? New PB in Batman. Nice, nice, Batside Gamma. Congrats. Привет. Sub 12, Бэтсайд Гамма. Так, у нас тут это... X-Ray, здорово. Все. Конечно, топ-контент. Почему не топ? Просто играть будем сейчас. Чё топ, там? Топ-топ-топ. Ты хотел звук игры поэтому тише чуть сделать. А, надо потише, да? Ну, да, написали наверное, потише. Чуть громко. Close 12.06. Sub 12 в скором времени. Yeah, so close. Так. И чат включи. Да блин, сейчас. Боже. Все, теперь запускаем афию. Конграс, бэтсайд. Так, все, ну уже погнали уже. Я да подожди, ты не торопись, блин. Че тебе настраивать? Настроим по ходу дела. Чуть не понравится, настроишь. Что же средство какое-то. О май. Ты даже не знаешь, что за чувствительность средства, а уже крутишь. Так, рывок, левый shift. Запомнил? Залезть, пробел. В смысле залезть? Прыгать? Залезть, ну да, залезть на что-то. Идти, капслок. Как было? Укрытие вот это, да? Садись. Идти, капслок? Давай идти, не капслок. Взаимодействие E. F взаимодействие удобно, да? F, по-моему. Ну, как хочешь. Она уже привязана, F. E как было раньше, E, я помню. Потом F начали делать. Ну, короче. У тебя идти, капслок. Нафиг так, ближний надо? Бой. Капслок-то. Ближний бой. Как ближний бой? Мышкой же он дрался? Ну. Подожди, как сделать? Капсклок? Чё? Ладно, забей. Ты всё равно не слушаешь. Карта, тап, ну вот. Бросить да тело. Нас научат всему. Наверняка по да, блин, обучение будет. Тут далеко кнопки они делают. Блин, вот сейчас перезарядку R сделаю. Перезарядку, посмотри. О, гудок. Гудок К было. Давай оставим все как есть. Оглянуться. И все, и просто привыкнем. Сейчас, подожди. Взаимодействие. Взаимодействие F же, блин. Что-то бред. Оставь там не трогай. Или E хотя бы. У тебя сейчас перевернуть машину F. В смысле перевернуть? Он сам может перевернуть ее? Просто кнопку нажать надо.
Ладно, сделай сейчас как обычно. Сейчас, подожди. Все, просто сделаю сейчас. А, все, я стоит. Все. Конечно, не назначено, потому что ты херней страдаешь. Есть? Верни как обычно. Блин, что, потерял что-то? Прицел ты потерял. Блин, ладно. Во, видишь, как надо было сделать. Не выйти просто. Во, будем классический играть. Это, ну да, по-моему, в классике машины там нельзя было перевернуть. Наклон камеры при вождении. Как это понять? Оставь все как есть. Давай поиграем на классике, а потом, если что понравится, отредактируем. Зачем? Это как JC, короче, настройки. Второй стрим будет настройки. Да почему нельзя просто запустить и играть? Ты половину этих настроек, тебе срать на них вообще будет. Да ладно, управление, ты что такого? Я одну игру в жизни играю на стримах. Ну, такую. Что, так... не понаслаждаться, что ли, блин? Давай наслаждаться игрой, а не настройками. Такую графики, блин, не вижу. Я тебе предлагал в нормальные игры играть. Ты что сказал? Нет времени. Что-то говно. Так, что там? Сюжет, сюжет. Нет, сюжет заново. Все классически. X-Ray пиши по-русски. Мы эльфийские не понимаем. Обучение включить. Помощь по цели не надо. Не надо. Начать всё, сюжет. Короче, давай. Всё. Ладно, посмотрим сейчас. Вырубай камеру. Сейчас может вылететь она опять. Да не вылетит она. Вырубай камеру, пусть наша рожа не светится на этом, на катсценах. Что, вырубить, что ли? Ну, на катсценах зачем на нашу рожу смотреть? Да пусть смотрит. Сейчас не катсцены, это вот. Там оригинал гейм построен на оригинальной игре. Ставьте сюжет своей рожи. Написано было. Музыку слушает она. Ну да. Что-то жарко аж стало, блин. Давай балкон можешь открыть. Давай. Иди открой. Иди ты открывай. Да иди, блин. Иди ты. Ладно, сейчас. Ну ладно, я это уже видела, я открою. Ты видела? Нифига ты, блин. Ну иди открывай. Так я проверяла, будет лагать у меня или не будет. А, ты запускала. Ну. Конечно, я запускала. Даже на машине покаталась. На Ксионе прошу. На машине не лагает, блин. О, там кто-то сидел, блин. Что-то по-другому показывают картинку, по-моему. Во, а, вот это вот церковь, ну, блин. Священник, да? Миссия, блин. Мотоциклы, блин, с люльками. Кстати, какой графон. Ты смотри. Ну, графон как графон, блин. Я знаю, что такое графон сейчас. В таком году-то, блин. Ох, блин. А здесь гроза... Что-то я не понял, пока Эпик не знаю, блин. А, ты, блин, с X-Ray'ем, что ли? А, X-Ray, ну... Там далеко надо... Надеюсь, комментарии, содержащие какие-то спойлеры, можно отпускать. Да, блин, господи, все знают уже, ну, что да, мафия. Ну да, ладно, ну вот эти, блин... Единственное, ребят, кто знает, что в новой мафии то, чего нету в старой, пожалуйста, да ладно, это да не спойлерить. Да не, все равно, да ладно, блин, увижу я, увижу, поиграю. Ну там, блин, по-любому кто-то заспойлерит. Не, на другой конец города не так страшно переезжать, как вообще в другой город. О, такси другое какое-то, блин, машина. Ну, смотри, туда, смотри, да? Смотри, этот корабль, где там это. Ну, бочки, смотри, деревянные, с квасом, блин. Или с пивом, блин. С вином. Вот этот мост. Смотри, какой. Сделан, блин. А не какой там был. Вон даже дорога, блин, пешеходов. Там не было, по-моему. Ладюк. Там не будет музыки в миссии побега? Да ладно, ты что? Человек будет, не будет. Детектив Норман. Графоний? Это Харрис, что ли, идет? У нас, у тебя графоний на максимум выкручен? Не знаю, блин. Да господи, нормальный графоний. Не, оптимально стоит. Я же говорю, надо было на высоком поставить. Да нормально, давай так играть. Нормальный графон, все равно шикарный. Ну да, хотя что. Какая разница? Хотите ультра-пупер-супер-мега, все равно Twitch будет резать графон. Так, бар Сальери. Ну-ка. А, нет, это не бар Сальери. Какой Сальери? Ты что, офигел? Ага, ну, поедет да, он в бар Сальери. И, нет, может, это место похоже, кстати, там был. Смотри. Что ты, блин? Вот
Че смотреть? Вы один? По своей воле сюда никто не пришел бы, разве что санитарный инспектор. Что вам принести? А, чашку кофе и все. Хочешь глотнуть? Нет, спасибо. Как хочешь. Харди, привет. Тачи, хей, Тачи. Итак. Голоса говорят тихо. По телефону ты сказал, что есть предложение ко мне. Потом подстроим. А если скип, я нажму не скип? Учти, если тебе может надо скипить. Подмазать копа, все, то слушай. Ты не по адресу. Мне не нужны никакие партнеры. Одну-ка оценку потерпишь, все. Я на мели. Даже на кофе не хватает. Но у меня кое-что есть. Рассказывай. Ты что так подсела, блин? Ты давно в городе? Неудобно сидеть. 3 года. Я начинал в Empire Bay. И вам поручили дело Морелла в первый же день. Ну, так в газетах пишут. А тебе-то что? Скверно. Ведь это дело явно не из простых. И что, ты можешь мне помочь? Да. Я кое-что знаю. И что же ты хочешь взамен? Неприкосновенность? Или, может быть, деньги? Ничего. Мне нужно защитить родных. А, семья. Это всегда слабое место. И кто же это? Больная мать или жена с кучей детишек? Жена и дочка. Я так понял, тебе больше не к кому обратиться. Иначе бы меня тут не было. Печально. Отец всегда говорил мне, что без друзей в этом мире не прожить. Да. Но в моем мире все наоборот. Я не удивлен. Слушай, пока я ничего не могу обещать. Сперва я хочу узнать, что у тебя есть, так что, может, расскажешь? Или будешь тянуть время, пока за тобой не придут? Думаете, я в бегах? О, да я это знаю, Томми. Боже, взгляни на себя. Вид паршивый, не спишь ночами. И так часто озираешься, что скоро шею себе свернешь. Сдается мне, на хвосте у тебя очень серьезные ребята, и они не отстанут, пока не отправят тебя на дно реки. Выйдешь отсюда без меня и пары шагов не сделаешь. Мы оба это знаем. Но если ты останешься и все мне расскажешь, быть может, проживешь еще достаточно, чтобы отвезти дочку под венец. Пожалуй, я заплачу за твой кофе. Эх, знал бы, куда все это приведет. Никогда не знаешь, что ждет за поворотом. Но ведь ты не родился с револьвером. Нет. Я был таксистом еще в 30-м. Блин, можно сейчас, блин, на звук, на голос погромче. Привет, Ранг. Блин, если эскейп я нажму, он не скипнется, такая сцена, блин. Нажму. Не скип. Я работал ночами, так больше платили. А потом, если что, за по новой начать и эту скипнуть. Блин, хер ты. Я повстречал Боли и Сэма. Поле рожа, как у жабы, блин. А Сэма я чуть не видел рожу. Не видел? Но он за рулем был. Вот это Поле. Ну да понятно, блин. Пиджак у него этот, блин. Цвет у него такой. Ах ты, сука! Такая же рожа, как и у нашего героя, по-моему, у него. Не. У Сэма. Скорей, Поле! Здесь такси стоит! Что, у Сэма бабочки повезло. Нету, блин. Двигай! Давай! Газы! Все, куда? Не важно. Живо! Блин, тут не так эффектно сыграли эту касцену. Или это так казалось раньше, блин. Там касцена, блин, звук. Была такая эффектная. Звук. Так, звук. Голоса диалогов больше. Ну как больше? 10 на максимум? Ну все, значит просто импорт. Вот это, мне кажется, надо вот этот... Эффекты, они вот так, блядь, ну, громко, как в фильмах всегда, блин. Да просто общую сделаю игру погромче, и все. Надо смотреть на эту игру, не знакомясь с оригиналом. Да почему, Бэйри? Ну, вообще, да, наверное, да. Выключи свое занудство, сразу. Оно, ну, лучше так было бы. Вот сейчас, вот здесь громче сделаю игру. Чё? Ничего. Чат включи.
Что ты психуешь, блин? Давай спокойно. Ну-ка. Я спокойно. Нифига тут карту, блин, конечно. Так, сейчас. Надо подготовиться. Ты чё творишь? Гасуй, гасуй! Чё же мякать? Блин, а чё он так... Бля, на мушке! Карту мне не нравится. Если нас нагонят, нам конец! Но ты живым не уйдёшь. А, мини-карта не нужна. У тебя уже проблемы, гони! Да вот, уже узнаю. Как они вообще узнали, где мы будем? Она завтра... Какая разница, надо сбросить их! Сколько машин за нами едут? Учить будут, блин. Пока одна. Но могут быть и другие. Бывают кнопки назад смотрят резко. Держитесь. Блин, я не вижу, придумал. Да ты иди, давай я за руль сяду. Подожди, блин. О, все, я как-то выжил, видела? Что это за типы? Пойди, нас не спрашивать. Нам на ту сторону реки. Говорят, нас не слышат. Езжай по мосту Джулиани. Как скажешь. Мосту Джулиани. Джулиани? Как там твоя нога? Так, Джулиани. Делай чуть громче, тише. Назад надо ехать, блин. Теперь нас не слышно. Сделай чуть-чуть потише игру и все, и пусть они страдают. Блин, а что там? Может, мы можем просто микрофон прибавить, я думаю, усиление сделать сейчас фильтром. Еще больше, чтобы... Ну, 23, блин, пусть. Вот вообще чат включи, чат. Ага. Рю, привет. О, здорово, Рю. Другой настройка ковыряется, чтобы все идеально. Так, так, первый разговор вообще не про то, что там... Да, 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 ты что-то не... Первый собой быстрее, другой настройка. Не так, ну, блин, тоже как-то непривычно, блин, сначала. Болит адски. Другая игра, блин. Как приедем, я разбужу доктора. Ощущения не те уже. Ну, может, и так пройдет. Все равно я его выйду. Раньше ты чего уши развесил? Так. Да, нарезал. Не смей подслушивать. Я просто везу вот. Вас туда, куда вы сказали. Все вот куда красная полосочка, да? Туда и ехать. Что? Это современные игры. Я это... всегда тап жал, жал, это... тап. Раньше, да, там только ну, точки показывались, было, а тут как в GTA. Это такой спидометр красивый. Биби. Давай, давай, иди. А, биби, вот. Здесь ментов нету, да, в первой миссии, как я помню? Эту игру нужно воспринимать как нечто, что-то отдельное. Новый, ну не да. Сравнивать, что-то новое. Это просто другая интерпретация данной истории. Я она понял, не обязана быть. Куда мне вести вас на том берегу? Интервью. Меня достали твои вопросы. Такой о, КамАЗ, да? Блин, вверх не делается. Ну зачем тебе вверх? Ты что, на самолеты будешь смотреть? Да. Ты люди тут. Он еще. Зачем? Это касцены, что ли, дополнительные? Да. О, что это? Это бандит, что ли, опять? F, нажми F, протаранить. А, в смысле, а как? Блин, я не успел, по-моему. Нужно срезать, это их остановит. Что, кнопки F нажимать, блин. Только оторвись от них! Так, куда? А ты не сравнивай. Вот туда надо было взорвать, да? Направо поворачивай. Резко. Вот. О, блин, какая машина чувствуется тяжелая такая, блин. О, ему по роже попали, ни хрена, он сейчас сдохнет, наверное. Направо, а что их у них хп нету? Направо, направо. Сейчас. Гони, твой заказ еще не выполнен. Слева хп у них показывали. Слева. Ну-ка, сейчас и вот это сделаем. Зайти в касцену, что ли, или че ты? Это по-твоему срезать? Но они же отстали. Отстали да не все. С теми парнями вы не особо ну, ладите. Что можно разбить, что нельзя? Иногда деловые партнеры ссорятся. Так, так бывает. Лево, или заткнись право. Уже, боль. Подожди, сейчас посмотрю. Блин, вообще по идее, прямо поехать? А вот это зачем так показывают? Это? Линия такая. Ладно. Прямо просто едут. Чем больше он знает, тем меньше у него шансов. Станет легче, если стримить 720... 30 FPS, а у меня 60... стоит. О. Так, если я сейчас поставлю 30, она... Сохранится, интересно, или надо... В игре давать... Ты настройку хочешь поставить или в игре? Или стрим надо будет, это наверное, перейти. Это стрим надо в 30-ку переводить. Игру-то не надо в 30-ку. Не, у меня стрим в 60 стоит. Ну, настройки и делай 30-ку. Блин, что, неужели, да, стрим не вывозит, да, вылагает, да? Вот, 60, видишь? Да. И, ну, это, можно билинейный, просто фильтр масштабирования, да, поменьше. Короче, поставить. Дай перезапустимся и... Я еще битрейт там вывел, ну, много, короче, 3000 с лишним, что-то такое. 30 будет не то. 30-ка нормальная, если смотреть. Вы же не играете. 30-ка это нормально. 1080 у меня нет, нет, не идет 1080, как так? 30-ка нормальная. Блин, кого слушать лучше, X-Ray или Rew? X-Ray, блин. Что ты...
перебиваешь. Перезабил. Не, Рю, по-моему, да. Рю говорит поменять. На десятки. Да, да. Вот только поставили десятку мне, короче. Мне Лайонесса поставил. Женщина. Я не умею, потому что... А, блин. Инвенг, да, да. Чё, ну тормозило, да? Если тормозило, все. Да. Ставим тридцатку. На семерке не идет. Вылетала игра, короче, господи, сюжет нажимаешь. Семерка уже все, семерка свою отжила. Она уже официально не поддерживается, игры под нее не оптимизируются. Зачем ему ставить винду, если у него есть я? 720 у меня так и стоит. Ну, стоит 1080, но потом на эту... Да 30 кадров нормально. Все, пока. Короче, сейчас пока. Другой стрим заведем, блин.